В мексиканском штате Пуэбло сошел с конвейера последний легендарный Volkswagen Beetle «Жук». Его история началась в далеком 1938 году. За прошедшие 8 десятилетий компактный автомобильчик успели полюбить во всем мире. Самые большие продажи «Жука» были в США. Машину делали в Германии и Мексике. В конце 80-х немецкой сборки не стало. А в 2003-м производство этого автомобиля завершилось. Его дух остался жить в модели New Beetle. Ее выпускали в Мексике с 97-го года. Мы не только оплакиваем уходящего жука, но и оптимистично смотрим в будущее и намерены найти решение некоторых проблем. Со следующего года завод переключается на производство компактных грузовиков. Также он будет выпускать бюджетный внедорожник Volkswagen Touareg. Это адаптированная версия модели Taro, созданной для китайского рынка. Внутреннее название Touareg. Модель с таким именем уже предлагается и в Китае. Завод в Пуэбле также собирает модели Tiguan и Golf. Ну а в июне он выпустил более 3500 автомобилей Beetle и Beetle Cabriolet. Последний культовый жук отправится на хранение в музей.